Здравствуйте, меня зовут Сергей Мазур, добро пожаловать на мою кухню. Здесь я доказываю и себе, и вам, о том, что готовить вкусно и при этом недорого возможно. Мы начинаем научно-кулинарное, экономически безопасное шоу «Вкусно за 500». Сегодня мы будем готовить нежнейшие котлеты из белой рыбы. И мне посчастливилось раздобыть хороший кусочек филе минтая. Конечно же, можно было воспользоваться мясорубкой, но я использую более традиционный, более классический способ нарезки филе. Тем более, что кусочки нарезанной рыбы сохранят весь свой вкус, все свои витамины, всю свою влажность в уже обжаренных котлетах. Я думаю, что такой степени нарубки будет более чем достаточно для того, чтобы чуточку позже это все превратилось в наши котлетки. Убираем пока фарш в сторонку и переходим к секрету номер один, как же сохранить наши котлеты влажными и сочными. Для этого нам понадобится несколько кусочков хлеба. Обрезаем корочку, она нам не пригодится. Используем исключительно мякушку. По объему можно прям один к одному, потому что хлеб он гораздо более воздушный, чем сама рыба, поэтому сильно сократится в объеме во время вымачивания в сливках. И хлеб тоже можно либо прогнать через мясорубку, либо мелко-мелко его нарубить на досточки, прежде чем будете помещать его в сливки. Кстати, молоко вообще, в принципе, неплохо комбинируется в фарше, и не только рыбном. Всегда немножко сливок можно добавлять, придаст нежности и вкусу вашим котлетам. Я думаю, что этого будет достаточно. Высыпаем наш хлеб в чашечку. И замачиваем его в сливках. Дайте минут 10, а то и 15, как следует этому хлебу пропитаться. Он станет совсем мягким. Его можно будет добавлять в наш рыбий фарш. Хлебушек уходит в сторонку. Обязательно в котлеты мы будем добавлять лук, но прежде чем он отправится в фарш, мы его мелко порежем и обжарим до золотистой корочки, чтобы а, он не отдал свой агрессивный вкус нашему фаршу, а б, чтобы он не мешал котлете быть целенькой при обжарке, потому что мягкий лучок, он не нарушает целостность котлеты. Лук. Много лука нам вновь не пригодится. Я думаю, что в очередной раз мы обойдемся половинкой не без того, не самой большой луковицы, но, как мы знаем, эта половинка обязательно появится в очередной передаче, никуда она не денется, все будет использовано с максимальной пользой. Лук постарайтесь резать в котлеты так же мелко, как, я надеюсь, вы делаете это в случае с оливье. Нет ничего хуже, чем оливье с крупно нарезанным луком. Хотя нет, наверное, есть. Котлеты с крупно нарезанным луком – это, наверное, и невкусно. Итак, лук мы порезали, дамы и господа, и отправляем его на обжарку до золотистого цвета, после чего мы с полной уверенностью и чистой совестью сможем добавить его в нашу рыбку. Вот наша мякушка уже пропиталась сливками, превратилась единую однородную массу. Чуточки позже это обязательно отправится в наши котлетки. Пусть пока постоит в сторонке. А я расскажу вам, как быстро и просто избавиться от желтка, оставив в тарелке исключительно белок. Для этого вам пригодится самая обыкновенная ложка. Все дело в том, что можно просто аккуратно изъять этот самый желток
он нам сегодня в блюде не пригодится. А белок нам надо будет взбить. Взбитый белок – это еще один залог легкости и сочности наших рыбных котлет. Конечно, его не надо взбивать до того состояния, которого мы обычно добиваем в приготовлении безе. Ну, вот этой вот консистенции будет вполне достаточно. Выливаем прямо сразу это на рыбку. Итак, здесь у нас готова мякушка хлеба, замоченная предварительно в сливках. Давайте, наверное, используем немножко укропа. Предварительно, конечно, его лучше общипать. Ну и опять-таки, в принципе, укроп, конечно, можно было бы добавить в кухонный комбайн или в мясорубку, если бы вы использовали мясорубку при приготовлении фарша. Но у меня есть роскошный острый нож, у меня есть моя любимая деревянная доска, которая позволит мне спокойно нарубить укроп, оставив все его вкусовые качества невредимыми. Я думаю, этого будет более чем достаточно. Так, даже немножко придавить. И мелко шинкуем укроп. Я думаю, этого будет достаточно. Добавляем укроп в наш фарш. Сюда же добавляем заранее замоченный белый хлеб вместе со сливками. Не забываем посолить и поперчить это явление. И как раз к этому времени уже должен быть готов наш лучок. Сейчас проверю. Масло оставим в сторонке, оно нам в котлетах совершенно не нужно. В принципе, мы почти на финишной прямой. Рис практически тоже готов. Нет времени ждать. Самое время перемешивать наш фарш. Я люблю это делать руками. И только руками. Никаких ложек, никаких вилок. Фарш готов. Отправляемся к плите. Рыбные котлеты будут жариться не так долго, как котлеты из курицы или из говядины. Рис у нас практически готов. Я думаю, ему понадобится еще минут 5, за которые я планирую уложиться и обжарить котлеты. Добавляем сразу же на сковороду масло. Много масла не нужно. Я вам чуточку позже покажу, как использовать небольшое количество масла, но при этом добиться хорошей корочки на каждой котлете. Обязательно запаситесь небольшим количеством воды, прежде чем лепить котлеты из чего угодно. Из баранины, из говядины, из курицы или даже из рыбы. Вам нужно будет периодически смачивать руки для того, чтобы фарш не оставался на руках. Так, руки намочены, можно лепить первый шарик. Так, вот она, красота какая получается, не забудьте. Слегка посыпать котлету со всех сторон и выкладывайте на сковородку. Можно аккуратненько прижимать, придавая форму уже в самой сковороде. Хорошо, что супруга сейчас не видит, как я все это готовлю. И скандала получается пока избежать. Третья котлетка. А рис тем временем готов, дадим ему немножко подышать уже без огня, без крышки. Чуть позже он уже будет подан на тарелку. Котлетки жарятся. Не забывайте периодически проверять, схватилась ли котлетка. Для этого нужно всего лишь попробовать ее подвинуть на сковороде. Я думаю, что 2, максимум 3 минут с каждой стороны должно быть достаточно для того, чтобы получить готовую рыбную котлету. Самое время проверить, не появилась ли нужная нам корочка. Может быть, уже пора. Ой, роскошь! Именно этого результата я и ждал. Уважаемые джентльмены, я призываю вас к тому, чтобы вы обучались, а главное, готовили. Ведь я слышал, например, исключительно о шеф-поваре, а о шахине, поварихе, я не слышал никогда. Удивляйте своих женщин, готовьте
несложные, недорогие, а главное, вкусные блюда. Я не знаю, когда вы посмотрите эту передачу, но если вы смотрите ее в четверг, то это роскошное предложение для рыбного четверга. Нежные рыбные котлеты из белой рыбы готовы. Конечно, вы можете снабдить это блюдо каким-нибудь соусом, например, соусом тартар, или просто взбрызнуть на эти котлеты немного лимона или лайма, но даже так ваше блюдо уже может считаться полноценным и готовым к употреблению. Приятного аппетита! Ас был сын и Салмов. Котейка рыбу учуял. А пока нужно проверить, как дела у нашего риса. Хреновые дела у нашего риса. Потому что кто-то поторопился. Бля, могу разреветься сейчас.